значит, мы поспали. Соляра у нас маловато. Заправимся. Почем тут солярка? По 42,79. Двадцатку, да? 520 литров, то есть в баке у меня 550 литров всего, да, получается? Два маленьких бака. 550 литров. Ладно. 22 косаря. 22 тысячи. А рейс у нас сколько? Рейс у нас получается 28 тысяч. Рейс 28 тысяч. Соляру дешевую искать или ехать на чем-то с большими баками. Телегу надо затаскивать.
слава брюшке, тут нечего делать. ФПС, блин, мне не нравится ни хрена. Тут дороги прямые, блин, ни хрена ничего не сделаешь, чтобы убрать этот ФПС. Второй экран выключить. Ведь на видеокарту меньше нагрузки было. Еще сайты закрыть. Все было сделано за 20 дней. От поворота от Селихина. Вот здесь вот еще Горный, там еще 8 поселков. По 16 часов. Все это работало.
молочко у нас тут стоит. Нет, телеги нету. Не надоели еще, значит. А то она позвонит, и нам вот не может. Стоят уже груженные две платформы здесь. Слышишь? Я видео запишу сейчас. И... Когда ты закончишь? А что тебе такого-то? Да она просто позвонить нам не может. Ну, запомнишь, сделай. Позвони там. Рядом старый стоит. Я, блин, попросила еще когда положить. Ну вот, пришла а ты, вовремя. Ты, не знаю, уже день пишешь. А ты ее что-то видео не писала? Ну все, хватит, хватит, хватит. Все, сказала, иди дальше. Я понял все. Ну так отвлеклись. Не сейчас не могу отвлечься. Здесь можно поспать. Вот пустая угольная тележка стоит. Деда! Да, Дима. Что там? Ой, Дима! Ну ты что все уходил-то? Тут прибыли. На платформу грузится. Ну, то есть дальше дороги нету, все. Дальше только по железке. Так, нам куда ехать-то вообще? Куда мы ехать? Мы идем? Деда! В Тулучи, да, Дима? В Тулучи везем. Деда! Да, Дима. Значит, едем мы в Тулучи. По идее, у нас сутки. Деда. О, вот высокогорные Тулучи. Полтора суток практически. За 2000 рублей.
перевезут до Тулучей. Ой, еще и ночью к тому же. Стык прошли. Все, хватит бегать, смотри, идем на выгрузку. Где у нас выгрузка? Я не знаю. Давай. Это вот лесовозы ночью не стали грузиться. Арбуз транс. Стоит. Видимо, дальше куда-то поехал. Зеленая горит. Это поезд или что? Так, 2000, да? Правильно. Везли уголь.
Так, вводим итог, да? Что у нас получается? 700 километров. Расходно 113 литров. Да, Дима. Деда считает. 713 литров, да? Заработали 28 минус, короче, 26 тысяч заработали. Заправились на 22 и 2 тысячи за пояс. 24 тысячи потратили, а заработали 26. Ну, 2 тысячи в карман положили. Значит, надо где-то дешевую солярку еще сделать. Дешевая солярка у меня есть в этом, по-моему, в Тумнине. Это Тумачи. А в Тумнине, если мы сюда на поезде съездим в Тумнин, там можно заправиться подешевле. Так. В принципе, этой солярки нам должно хватить до дома, если мы пустую телегу возьмем. Так, если мы сейчас возьмем грузу. Высокогорный. Вот, Тулучи. Пустая телега продуктовая до Комсомольска. За десятку. Что, смеетесь, что ли? Уголь. Так, да. Катерина за 7800, а мне соляжа ждет где-то на десятку, да? Короче, в ноль рейс получается, в ноль. Так, а если мы лес возьмем куда-нибудь? Нижняя Тамбовская. В Като есть, до Снежного. 12 тысяч. 20 тонн за 12 тысяч. Смеетесь, что ли? Так, что у меня тут есть? Что у меня тут есть? Пустая телега. Кенада за 8 косарей. Кенада. Пустая телега до Хабаровска за 6. Бревна с Хуту за 76 до Николаевска. До Николаевска замучаешься везти. 76 тысяч. С Хуту. Давай, живем в Николаевске. То есть нам надо ехать в Хуту сейчас, да? В Хуту, на деревянку. Эти 76 тысяч могут боком увернуться. Сначала мы заедем в Тумнин. Да, в Тумнине мы возьмем топливо подешевле. И потом уже в Хуту залезем. Давай.
Так, сначала мы в Тумнин. Тумнин, где у нас Тумнин? Лучи, Тумнин, да. За косарь. За косарь Тумнин. Ну понял, то есть дело. Это у нас Тумнин. Попробуем подешевле заправиться. Ну, поезд херачит. Она же не там. Стоп, стоит. Где-то вот здесь надо проскочить. Где-то вот тут. Нет, нет бокового фонаря, блин. Снежного, да, где стоит? Где вон пояс? В чем тут у нас? По 18 рублей, я же говорю. До полного бака заправляем, правда. Надо было поэкономнее ехать, чтобы хватило вот до суда. Ну, видишь, там в горе в этом сраной. Вот на 3000 заправились. Масс горами лежит. Так, сколько времени-то у нас? А, мы сейчас все равно в Хуту приедем. Стоять. Thank you.
там уже груз, наверное, поменялся. Посмотрим. Тут уже груз, наверное, поменялся, блин. Так, прямые перевозки. Так, Снежный, Тумнин. Нижняя Тамбовская. Ух ты, какой паровозик. В Хуту еще есть. Ожидается, так сказать, неактуально в течение 21 часа. Я думаю, что там уже не будет никакого. Ну, он уже до Снежного. Интересно, то есть тут уже как повезет, блин. Куто до Снежного за 13 тысяч. За 14 тысяч в Хуту. Ладно, что, поехали туда. Может, там уже поменяется опять на другое. Так, нам надо на Хуту. Так, Тумнин, выбираем Хуту. Вот Хуту. За 1150, 24 часа. Там уже другой груз будет. Что у нас тут груз-то есть какой, нет? Хуту до Снежного за 14 тысяч. Ладно, поехали за лес. Здесь я еще не пробовал, задом не заезжал. Сюда. Время 2 часа ночи. А кто вот эти мультики создает? Вот эти грузовичок Лева. Не знаю. Экскаватор Мася. Простые люди. Слушай, это хорошо так сделано, эти мультики. Знаешь, с удовольствием смотришь такие, это, ну, познавательные такие. Говорю ей, 8 часов, позвоним тебе. Ну, позвони мне. Я говорю, 8 часов, ты, наверное, будешь дома уже. Ну, позвони мне. Вот ты представляешь, да? Навязали ребенка на целый день. Я хотела сегодня отдыхать. И чё? Отдохнула. Ну, ладно, не возмущайся. Почему? Ну, что видео снимается. А. Так, где у нас тут лес-то? Лёва, грузовичок. Так, а тут скажут, поезда, по-моему, ходят. Успею, нет? Назад. Сидим, ждем. Так что зашибет, блин. Я проверяю этот, где мне заправки ставить. Выполняю работу тестера. Заодно ошибки смотрю. Самоустранился так хорошо. От фута. У меня осталось до 1 числа-то. 10 дней, еще работы много. Ну, мог бы сегодня время-то выпить. С луком поиграть. И 2 числа карту выдавать, да? Чего? 2 числа карту выдавать. Ты сидишь, знаешь, ты сидишь. Вот, поэтому не надо решать за меня. С внуком завтра будем сидеть целый день. И с дочерью.
успеем проехать, нет? Нету? Он появился. Магазина. Самый дальний край получается Хутун. Дальше уже Усть-Корочская, но там есть дорога с Ванино. Так, это у нас уголь. Угольная база. Есть пустая телега, нет? Хер ночевал. Где-то вот здесь должна быть наши бревна. Вот они, да, до Снежного. Буквально в течение 5 часов всего было. Скоро светать будет. Как раз пока, наверное, доедем до платформы. Светет. Вот между вот этими всеми поселками дорог нету. Это как бы такой остров сделанный. Вот. Но передвигаемся по железке. Здесь у нас продукты сюда завозим. Конечно, с хлебной телегой будет легче. Это вот там рыбу ловить можно. Палатки. Там же, кстати, сервис есть. Починиться можно. На травке, так сказать. Промазаться. Эти все районы, они лесные. То есть добыча леса идет здесь. Поэтому со всех этих поселков лес вывозим, практически со всех. А сюда возим уголь и продукты. Больше ничего. А, ну там еще нет, молоко мы вывозим до высокогорного. Здесь еще песок вывозим, карьер есть небольшой. Не помню где, в Тулучах, что ли.
поезд. Рефрижератор. Этот здесь стоит, взятки берет за санкнижки, или как они там называются, по вывозке леса. Пошел нахер. Все уже проплачено хозяином. За 14 косарей. Сейчас отдадим еще тут двушку до высокогорного. Вот и 12 будет. И остальное на солярку. То есть как раз только солярку купить. Ну и пару тысяч заработается, может быть. Так, здесь-то есть проезд, нет? Погрузились с лесом. Тыри там здесь не получится никак заехать. Жопу не знаю. Еще не пробовал ни разу зачем здесь. Среднее колесо. Надо все-таки на заднем колесе поворачивать.
Нет? Заднем мосту мне до забора не хватит. И все, да? А дальше что я сделаю? Все равно здесь все. С другой стороны, в принципе, то же самое. Thank you.
беру. Thank you.